Центре народного творчества «Шанырак» свои двери открыла репетиционная студия для уличных музыкантов. Теперь сюда может прийти любой желающий и представить свое искусство публике. На самом деле в Павлодарском Притыше много нераскрытых талантов, в том числе и музыкальных. Многие известные творческие личности начинали с выступлений на улице. Студия «Ауен» как раз открывает свои двери для уличных музыкантов, певцов, креативной молодежи. Любые люди могут подходить к нам и как бы исполнять свои песни и записывать на видеосъемку. А у нас все бесплатно идет. Все то, что в студии, мы сами сделали. Никаких средств не выделялось для этого. Студия оснащена современными музыкальными инструментами, технической аппаратурой, профессиональной видеокамерой. Мы готовы оказать максимальную поддержку артистам, говорят сотрудники студии. Молодежь теперь получила новые возможности. Пусть эта студия развивает творчески. Все условия созданы бесплатно. На открытие студии пришли юные артисты, которые представили свое творчество. К примеру, трио «Адая» хочет не просто засветиться, но и выполнить некую миссию. Наша главная задача – это донести культуру нашего инструмента, то есть дамбры, для молодежного поколения, потому что интерес потихоньку пропадает со временем, и молодежь больше тянется к Западу. И это наша основная цель. Павлодаре очень тяжело дается запись звука. И открытие этой студии для нас станет большой возможностью, и мы ею максимально воспользуемся. Студия «Ауен» с нетерпением ждет молодых творческих людей. Видео их выступления размещается на YouTube-канале студии. Мурат Абилмаджид, Жанасыл Серикбол, Давлет Кашкербаев и это Сахпарат.